парке Прибрежном в Новом Городе появился музей под открытым небом. Живыми экспонатами в нем стали деревья. Представители Совета ветеранов, общественности и администрации заложили аллею памяти героев Великой Отечественной войны. Вдоль пешеходной зоны высадили 200 саженцев каштанов. Инициаторами создания аллеи стал Совет ветеранов Заволжского района. Для молодежи и будущих поколений зеленая зона станет еще одним напоминанием о той роли, которую сыграли жители Ульяновска в Великой Отечественной войне. И молодежь должна знать дедов, прадедов, отцов, братьев, сестер. Они же все защищали нашу Родину, поэтому это святой праздник, и его забывать ни в коем случае нельзя. Никаким, ни одним дальним нашим поколениям. Зеленая аллея – один из этапов в большом проекте по дальнейшему благоустройству парка. Зеленый фонд на берегу Волги не обновлялся уже четверть века. В течение 25 лет здесь практически зеленый фонд не обновлялся. То есть сейчас большое количество сухостоев и погибших деревьев убирается, нужно этот фонд возобновлять. По словам организаторов, к благоустройству самой аллеи приступит уже в летний период. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.